think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что у нас сегодня? Опять немецкий сервер, как обычно, убивает полностью все стереотипы и Team Duel. Не знаю, что это означает, Team Duel. Офигенный остров плюс офигенный шарик. И все на одном и том же сервере. Так, сейчас мы зайдем сюда, я заберу плюшки. А, я сегодня их даже забрал с утра, я уже завтыкал. Так, сегодня дали 100 синих эссенций. Ну, почему бы и нет? Так, стрелок у меня докачанный, роза докачана, ворожей есть. Анубис десятка, махатма. Тоже у нас десятка. И качаем по башку. Такс. Поехали посмотрим. Так, базар, маркет мы забрали. Плюхи сейчас пооткрываем. Плюшечки, которые есть. Ну, поехали. Самое основное. Начнем с самого основного. Это шарик. Посмотрите внимательно. Вроде казалось бы, знаете, шарик такой же, как и на остальных серваках, но таки нет. Немка, как обычно, отличилась. Обычный стандартный шар. Заходим сюда, смотрим. Обмены. Обмены не такие, как на Тайване, и это реально круто. На розу, вот посмотрите внимательно, одну розу можно обменять. Плюс 20 тысяч кгшек и 50 тысяч на скины. И это реально круто. Можно получить скин на Фрейю. Но у вас должна быть еще одна Фрейя. Если у вас есть в запасе, это вообще огонь. Вы получаете 200 топовых скинов. Роза однозначно тоже круто. Скиталец, ну такое, на лисицу. Ну это для донатов, понятно. У кого есть лист, тот обменяет. Как вариант, ну реально круто. И вот здесь вот самое интересное. Самое кайфовое. Смотрите внимательно. Пятая карта. Халява. Вот это вот реально. Вот это то, о чем говорили. Это реально есть халява. Сумка зефира. 5 пальцы. Да, может быть, это маленькая, конечно, халява, но на других серваках такого нет. По плюхам, ну не знаю. Поехали, попробуем сейчас где-то затащить. Так, эти падают. Наверное, скорее всего, это показано было, что на арене падает. Да, тут только эти падают. Насколько я понял, то это надо на арене фармить. Таким образом, они решили реанимировать арену, что ли. Сейчас посмотрим. Ну, в общем, это можно собрать быстро. Сколько у нас получилось? 27 итемов я уже нафармил. Вот так вот. На два камешка есть. Так, ну давайте попробуем. Так, что я побежал в рейд? Поехали на арену. Сейчас посмотрим, что у нас в итоге получится. Обычно и там упал. А, вот есть. Получили один все-таки. Ну, по сути, надо каждый день будет теперь фармить по максималке.
И, скорее всего, еще в групповых, насколько я понял. Сейчас посмотрим. Ну, по крайней мере, реально, это очень крутая тема. Есть, отлично. Ну, видите, здесь и те падают. Так, тут нас, наверное, просто сейчас сольют. Смотрите на мою Махатму, что она чудит. Жесткая. Так, ну окей, даже так. Мы зафармили. Блин, ну 30 пыли. 200 книг. 200к кулаков. И одна карта. На карту надо 30 итемов. Так, ну интересно, я еще попробую сейчас пофармить. Вон, он не падает. Не, вижу только на арене. Тут простые обычные расходники. А волны. На волнах тоже смотрю, только такие итемы падают. Арена. Team High Command, Team Dungeons. Да, скорее всего. Только так. То есть на таких вот типа. Типа такой вот локации. Ну, сейчас посмотрим. Наверное, тут шанс слива сейчас будет у нас. Хотя у меня герои хорошие. А, Виктори, быстро. 35 осколков, нифига себе. Так, обычный упал. Да, обычные падают. Ну, давайте попробуем тогда. На эту сбегать. Никого нету. Так, сюда нас не пустят. На адский даже смысла нету. Поехали вдвоем попробуем. Ну, здесь тоже падают. Ну, скорее всего, на арене больше всего падает. То есть на арену надо, у кого есть карты,
Надо фармить арену. Единственное, я не знаю, или дают за проигрыш. Проверим. Ну, Махатма держится против вторых эволюций. То есть надо, наверное, скорее всего, только победу. В любом случае, будем фармить, это реально круто. Так, надо забрать отсюда итемы. Вот смотрите, еще плюс фонтан. И посмотрите внимательно на вот этот вот парящий остров. Как вам такой островок? По сравнению с другими, это реально топчик. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. И обязательно, кто на немке, фармьте, потому что там реально очень обалденные плюхи. Все, всем удачи, всем пока.